Бути гарними та довгомолодими хочуть не лише жінки, а й чоловіки. Що ж їм потрібно для того, щоб зберегти довго красу своєї шкіри, будемо дізнаватись від Наталії Антонової, косметолога-естетиста. І я знаю, що ви, Наталочка, займаєтесь саме цією справою і намагаєтесь зробити так, щоб і чоловіки почували себе теж довго молодими і гарними. Так? Чоловіки ж зараз не так вже спішать, поспішають бігти до косметологів. Чи ні? Чи вже змінилася ситуація? Общество нам диктует свои права, как говорится. И на самом деле, слава богу, мужчины уже не стесняются посещать косметолога, не стесняются своего внешнего вида. Они хотят тоже выглядеть опрятными, красивыми, здоровыми, чтобы их кожа была без морщин, без высыпаний. И это для них на самом деле сейчас является важным показателем их успеха. Так, тобто вони зараз не нехтують доглядом за шкірою, вони теж намагаються все робити для того, щоб бути на рівні, так? Да. Теж бути доглянутими. Да. Чи не соромно чоловікові йти до косметолога в салон, наприклад? Ну, або вдома робити маски. Ну, не знаю, ну так. Мужчини не будуть робити вдома маски. Вот, соответственно, всю работу перекладывают на нас, на косметологов, потому что для них достаточно всего лишь 3 средства дома, и этого будет достаточно, все остальное лежит на нашей ответственности. Им нужен быстрый результат, они не любят реабилитационного периода. Вот, соответственно, а так как современная косметология может все это им предоставить, вот, а еще и мы соблюдаем, да, конфиденциальность этого всего. Ага, то есть не разглушивать ни в якому разе, они хотят, хотят посещать отдельное место, которое будет только для них. Ну, це взагалі, насправді, так зрозуміло і зрозуміло з точки зору чоловіків, чому вони так поводяться, бо інший чоловік, який дізнається, можливо, теж ходить. Він його засміє, так? Ну, вони, да, вони зустрічаються там між собою. Ми вот. так про чоловіків тут між собою поговорили. Вот, они там не встречаются между, ну, как бы, друг с другом, поэтому это все можно как бы скрыть. Никто не узнает абсолютно, что вы ходили к косметологу, но тем не менее лечение каких-то проблем, да, будет заметно в любом случае, и результат, ну, не заставит себя долго ждать. Так, Наталочка, я, знаете, хотела запитати, и, можливо, чоловікам буде теж цікавою, корисною інформація. От такі от пляшечки окремо для чоловіків, окремо для жінок є в магазинах, так? По догляду за шкірою, за чоловічою, так? За жіночою. Але ж ми розуміємо, що шкіра нібито одна в усіх. Чому ж тоді таке розділення? Що туди додають до цих пляшечок, які для чоловіків спеціально розроблені? На самом деле гистологически кожа не отличается. Единственное, что на нее влияют гормоны, которые у нас в подростковом периоде начинают активно, да, продуцироваться. И с возрастом мы видим все-таки различия между кожей. Они не такие, может быть, заметные вооруженным глазом, да, но они все-таки есть. У мужчин больше преобладает мышечная масса на лице, у них лучше кровообращение, у них толще. Їм епідермис, і вони гораздо позже старіють. Ось як. Да. Ага. Тобто да. Сивина, мабуть, спочатку у чоловіка з'являється, так? А у жінки потім. Да. А зі шкірою проблеми спочатку у жінок з'являються, потім у чоловіків. З приводу догляду, чи потрібен він особливий для чоловіків? Я так скажу, что все, что продается в магазинах, это маркетинг. Соответственно, там, конечно же, мужчина не будет покупать себе женский крем. Он увидит крем, на котором написано, да, для мужчины, купит его. Угу. Вот. Это маркетинговый хит, ну, как бы, в принципе, да. Единственное, что там может быть просто ингредиентов немножко больше, отдушек немножко меньше, для того, чтобы крем не оставался на лице жирным блеском там, и так далее. То есть состав там немножко резнится, но, по сути, если есть какая-то проблема, И мужчина обращается к косметологу и хочет ее решить, здесь уже профессиональная косметика практически не отличается. Единственное, что это будет космоцевтика, так как все-таки мы хотим убрать какую-то проблему, это будет лечение кожи. А лечение, ну, как бы, мы ж лекарства не подразделяем на те, которые пахнут и не пахнут. От якраз я и хотела завжди дізнаватися, чому ж так? Все розробили для жінок, і заходиш в магазин і бачиш, скільки там всього, просто полиці ломляться. А для чоловіків, ну, десь там якісь 2-3 пляшки, пляшечки стоять и все. Именно об этом я хочу сказать, кстати. Это удивительно, но на самом деле они не будут дома иметь много баночек. Вот, и для них действительно вполне нормальным является иметь дома 3 средства,
Вот, которые помогут им поддерживать свою кожу в хорошем, опрятном виде. А що це повинно бути? І воно, і треба, щоб обов'язково було написано для чоловіків. Так? Если это профессиональная косметика, там не будет написано, она не имеет гендерных различий, да, поэтому, если это профессионально, если это, ну, конечно... Ну, краще вже нехай буде професійна, так, щоб вже шкурість була. Лучше, пусть профессиональная, да, на ней пусть не будет написано для мужчин, она не будет иметь каких-то душек дополнительных, да, не будет пахнуть духами, будет быстро впитываться и хорошо действовать, потому что для мужчины все равно важен результат. Быстро и результативно. И для них всего лишь нужно иметь дома всего лишь три средства. Так, це які? Какие? Это в первую очередь очищение, которое подбирается по типу кожи. Потому что, несмотря на то, что они не наносят макияж, все равно они ходят по улице, как бы грязь, пыль остается на лице. У них, несмотря на то, что у нас одинаковое количество потовых сальных желез, тестостерон влияет на выработку кожного сала. Соответственно, у них с одной стороны есть свой защитный механизм, свой крем на лице всегда. Но, тем не менее, если повышенная выработка сала, как бы, если ее не корректировать, то со временем может загрязниться кожа и начнется высыпание. Здесь мужчина, конечно же, что делает? Он в первую очередь берет бальзам там, после бритья, да? Мыло. Он содержит спирт или мыло, это щелочь. Так. Он снимает весь этот жир, и ему кажется, что стало кожа стало лучше. Легче. Ну, потом он быстрее состарится, если он будет пользоваться обычными примитивными средствами. То есть средство должно быть одно, единственное, для умывания. Это может быть гель или пенка. Это может быть несколько в одном. То есть это может быть и даже пенка для бритья, и пенка для умывания. Одно средство всего лишь навсего. Но если оно будет подобрано по типу кожи, оно никогда не навредит. Так, тобто, в принципі, нічого такого чоловікам не треба. Головне зрозуміти, який тип шкіри є, і потім вже від того відходити, дивитися, що ж треба робити. А після гоління і до гоління, після, так, засоби, ті, які розроблені вже, вони, мабуть, залишаються такими для чоловіків, так? І не треба тут нічого такого особливого. Чи може зараз косметолог порадити щось інше? Косметолог обязательно порекомендует после использования очищающих средств протирать лицо либо тоником, либо просто спреем. То есть это занимает буквально одну секунду времени для того, чтобы провести следующий этап, как бы крем, это будет или сыворотка, или флюид, чтобы был проводник на коже, как говорится. То есть для того, чтобы все ингредиенты, которые будут находиться, опять же, специально для этого мужчины, для этой кожи разработанного крема, да, или сыворотки, нужно их как-то провести. Для этого это может быть вот как лосьон после бритья, да, только это будет какой-то спрей или тоник, который как бы и будет снимать покраснение, и будет проводником для следующего этапа. От я якраз и хотела запитати, настільки шкіра підлягає подразненню після бриття, дуже завжди, після гоління, постійно, так? І чоловіки кожного разу відчувають на собі таке от дискомфортне таке от якесь почуття, так? Що робити, як позбутися з самого початку? І не допускати, не доводити до того, щоб шкіра ваша вже почала червоніти, щоб були там якісь плями і так далі, і так далі. Правильно підобране средство для умивання. Ага, тобто все одно треба вмитись, да. Потім поголитися оно і після того. Немножечко піднімає волосочки від кожи. Соответственно, коли мужчина бріє лицо, у нього не виникає от цього от... подразнення, да, чрезмерного раздражения. Соответственно, потом ему легче побриться, у него не врастают волосы. Вот, если, опять же, с другой стороны, если мужчина бреется, вот, всего лишь одно средство, которое будет после бритья наноситься на все лицо, не надо его только туда или только туда, она будет снимать все покраснения, всю гиперемию, как бы не будет давать волосам врастать в кожу, и все, в принципе. Так, а насправді зараз дуже багато чоловіків, які, ну, так вже ретельно доглядають за собою, там дивляться, в якому стані їхня борода, брови, там, так? І тут естетисти якраз допомагають зрозуміти, чи потрібно вирівнювати, можливо, десь щось, так? Чи, там, чи це треба так залишати. З приводу ось такого питання, наскільки зараз це популярно і розповсюджено, от я думаю, що ви знаєте, які тенденції в світі зараз відбуваються, що в Україні, що в світі. Ну, мужчины, конечно же, сами знают, чего они хотят, поэтому это их выбор, носить бороду или носить щетину, или бриться каждый день, это абсолютно их выбор. На данный момент
если даже мы это и видим, мы не можем за них решать, они сами решают, что они хотят, но мы можем им помочь, например, в том, чтобы убрать лишние волосы, лишнюю растительность с лица, убрать лишнюю растительность с шеи, с ушей, да, как бы, то есть какие-то такие моменты эстетические. Если косметолог видит эти моменты, он может предложить какую-то лазерную эпиляцию, например, и избавиться от этих волос навсегда. Вот, поэтому... А еще чоловіки звертаються до таких процедур? Конечно. Дуже часто. Да, да, потому что, вот, например, смотрите, сейчас уже открыли барбершопы, да, где мужчины за собой ухаживают, следят. Но ведь стрижку не все делают каждую неделю. Вот, после стрижки на шее, да, как бы начинает все равно вот по краевой волос, как бы начинает отрастать волосы, соответственно, через неделю это уже не так опрятно выглядит. Сам мужчина, ну, как бы, может, конечно, кого-то попросить там побрить, да, или сам это сделать, но ему будет тяжело. Вот для этого существует лазерная эпиляция. Так, ось такі от засоби зараз існують. А з приводу лазерної епіляції, чи вона чимось відрізняється від, можливо, за типом шкіри теж інакше якось вона впливає на чоловіка, так? Не так, як на жінку. Чи ні? Чи немає таких особливостей? Будемо говорити так, жінки більш терпеливі. Ага, чоловіки ще й бояться. Вот, вони перший раз завжди говорять страшно. Вот. Но потом, когда они привыкают к этой процедуре, на самом деле это не такая боль, которую невозможно вытерпеть. Вот. Они стойко, во-первых, это быстро, что им очень нравится, и результативно. Соответственно, они спокойно, вот главное первый раз дойти, решиться на этот ответственный шаг, как бы, и затем, в принципе, очень быстро можно убрать эту лишнюю растительность с любой, в принципе, зоны на теле. А с приводу от тату, зараз настільки популярно забиті тату-салони, і чоловіки, і жінки ходять і все це роблять. Я хотіла, як у косметолога вас запитати, Наталочка, наскільки це шкідливо для шкіри? Бо майстри татуажу, вони, звісно ж, дивляться на це питання по-своєму, так, зі свого боку. А от косметолог, він може порадити, треба вам це робити, не треба, що потім буде з вашою шкірою, наскільки швидко вона зможе старіти потім. На самом деле, если соблюдать все правила асептики, антисептики, на самом деле ничего здесь такого страшного нет. Вот, как бы под кожу вводится пигмент, он стерильный. Вот, как это влияет на внешний вид? Ну, наверное, где набиты татуировки, может быть, не так будет заметно какие-то изъяны, да, вот на коже. Соответственно, ну, противопоказаний там не так уж и много, но в любом случае это выбор мужчины или женщины, как бы делать это или нет. Это способ самовыражения, как бы, и на самом деле сейчас татуировка приобретает такой художественный больше вид, да, как бы, если раньше за каждую точечку нужно было быть в ответе, как говорится, то сейчас это художественное татуирование, но может быть где угодно и как угодно, это лично дело, выбор и каждого. Ну, тобто, насправді, косметологи не мають нічого проти, так? Абсолютно. Якщо усі засоби підходять, так, якщо все зробити правильно, то нічого не постраждає. Але ж з віком, з часом, мабуть, шкіра все одно не буде вже такою еластичною, і з часом той вигляд зміниться. Наприклад, художньо якось виконано щось, воно вже буде видозміненим і не так привабливим. Так? Ну, для цього у нас мужчини ходять в спортзал, для цього у нас мужчини ходять к косметологам, да, вони підтримують все одно свій внешній вид, качество кожи, ну, допустим, старіння невозможно избежать, да, но тим не менее ми можемо продлити молодость, да, немного, поэтому уход за кожей лица і тіла, да, как бы будет художественное татуирование поддерживать в каком-то определенном виде достаточно долго. Ну, от зараз весна, так, дуже мало зараз вологи і багато сухості, так, ми бачимо, що постійно вітер на вулиці, треба якось свою шкіру захистити. Ну, тут хочеться зараз, звісно ж, ми говоримо про чоловіків, але хочеться і про жінок все ж сьогодні пригадати, тим більше скоро свята, і березень, він такий, більше, коли жінка виходить, може вдягнути коротеньку спідничку, коли може вже себе показати, так хочеться показати себе з кращого боку. І щоб шкіра теж сяяла, щоб шкіра була гарною. Що потрібно зараз нам мати по догляду за своїм обличчям у цей період? Ну, на самом деле, да, кожа отличается у мужчин и женщин, как мы уже сказали, не сильно, поэтому ухаживать за ней нужно в любом случае, в любое время года, и зимой, и летом, как говорится. В первую очередь, это пить воду нужно.
Да, потому что, когда мы находимся в помещении, вот этих пересушенных помещениях, где влажности очень мало, где отопление, вот, его уже, наверное, скоро выключат, да, но, тем не менее, кожа пересыхает. Кожа пересыхает, она имеет некрасивый потом внешний вид, она высыхает, она быстрее морщинится, причем как у мужчин, так и у женщин. Вот. Мужчины еще, кстати, да, вот они любят лосьоны после бритья, так хорошие, такие антисептические, я со спиртом. Я хотіла вже про це теж поговорити, вже після цього питання, хотіла вас спитати, як чоловіки отак вони собі ляпають і думають, що нічого там страшного. Ну, от представьте, у них але ж це таке пересихання шкіри. У них від природи дана така кожа, яка сама себе обезпечує кремом. І вони, звісно, після того, як кожу эту, либо щелочним милом, либо спиртовим лосьйоном постоянно вот это вот протирати или что-то с ней делать, вона може просто в один миг перестати стати жирной, стать сухой, моментально появляются морщины, моментально появляются трещинки, моментально появляются шелушения. Это может быть просто за один какой-то, вот, я не знаю, месяц. Месяц буквально. І, соответственно, ну, налякали ви, Наталочка, вже чоловіків, я думаю. Да. Будуть думати, а що тоді? Не треба користуватися таким засобом? Він має бути спеціальним м'яким средством, яке буде виконувати свою роль в повседневному, ежедневному ході. Угу. А засоби там такі, я не знаю, там з віддушкою, можливо, треба шпахнути, так? То це просто як звичайні духи чи щось інше, треба одеколон, так, треба їх наносити. Потрошки. Ну, так? Несомненно, то, что да, мужчины и женщины все пользуются ароматами разными. Это уже убирается, естественно, по вкусу. Мы ежедневно ходим в душ 2 раза в день, мы пользуемся дезодорантами. Тут очень важно сказать о том, что мужчины иногда обращаются с такими проблемами, как излишняя потливость. Да? И а можно якось боротися з цим? Ну, бороться, это нужно искать, конечно, причины этого всего. Это может быть и внутренний какой-то всплеск, стресс, это может быть чрезмерная потливость потовых желез. Но в любом случае косметология обладает сейчас такими как бы процедурами, которые помогают на какое-то хотя бы время решить этот вопрос. Потому что если мужчина успешен, у него очень важные встречи, совещания, и он может комплексовать по этому поводу, на самом деле процедура не такая болезненная, но от этого можно избавиться на хотя бы на какое-то время, периодически просто поддерживать. Угу. Так, тобто можно и с этим бороться, так? Угу. А це, якщо пітніє обличчя, ну не лише, так, лицо, а лише обличчя, ладони, теж. Подмышечные впадины и ступни. Угу. І це теж можна побороти. Да. Ну, скільки всього зараз цікавого з'явилося. Наталочка, ну, наостанок хочеться почути поради для чоловіків, можливо, трошки і для жінок. Так, весна все ж на дворі. Да, весною. І я хочу, щоб всі наші телезрителі були красиві не тільки весною. Да? Красота у всіх поняття різні, ми не будемо її оцінювати, але, тим не менше, хороший, опрятний, чистий вид і чиста кожа – це завжди залог успішності в нашому обществі. Так, звичайно, погоджуюсь на 100%. Наталочка, дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Така була сьогодні цікава тема про чоловіків. Говорили про чоловічу косметологію і трошки, звичайно ж, про жінок. Так? Себе не забули. Тому я так думаю, що якщо будемо ми користуватися усіма порадами від косметологів, то будемо краще виглядати. А зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.